Так, подготавливаемся к сборке электронного звонаря. Есть вот такие вот колокольчики для детских там занятий всяких. В общем, 27 нот, 2 с чем-то октавы, почти 3 перекрывают. Ну и стоят они порядка 300 баксов. Перед тем, как их покупать, решил потренироваться на кошках. Прикупил медной трубы. И первое, что нужно сделать с этой трубой, это порезать ее на части и подогнать под тональность, под частоты. Получилось вот такое вот. Вот они, основные частоты. И для пятой октавы они приведены. В интернете есть формулы, как рассчитать длины трубы. Взял трубу, нарезал ее на вот такие куски. Потом в процессе подгонки оказалось, что длины должны быть вот такие вот. И, собственно, собрал эту конструкцию.